Плёс возглавил десятку городов России по числу туристов на одного жителя. Согласно рейтингу, составленному аналитическим агентством Турстат, в прошлом году на одного жителя Плёса пришлось 173 гостя. По этому показателю наш городок на Волге обогнал Суздаль и город Кириллов Вологодской области. По данным агентства, туристы обычно приезжают в малые города на 1-2 дня в выходные или праздничные дни. Привлекательности Плёса во многом способствует обширная культурная программа. Фестивали и выставки, проходящие здесь, собирают большое количество туристов.